На данный момент внесено в национальный реестр почти 600 деревьев. Из них статус деревьев памятника живой природы 216 экземпляров. В Брянской губернии у нас 11 заявок поступило. Значит, 7 деревьев уже включены в национальный реестр. И 2 дерева имеют статус дерева памятника живой природы. Это наш знаменитый партизанский дуб. Вот, действительно уникальное такое место, где и скорбь, и радость сочетаются удивительным образом в одном месте.